Ну и так, турнир, очередной турнир, открытое первенство МГФСО на призы компании Betterfly завершился. Сейчас я хотел бы обратиться к одному из главных действующих лиц, благодаря чьим усилиям турнир не только как бы продолжает существовать, но и получает свое развитие. Это Леонид Цугель, это генеральный директор компании «Эльгрей», той компании, которая поддерживает, всячески помогает и спонсирует проведение этого турнира. Леонид, ну, прежде всего, рады вас видеть здесь. И два слова буквально о том, а какой же по счету этот турнир? Этот турнир 21-й. Это самый долгий по срокам, самый массовый турнир в России. И мы счастливы, на самом деле, да, что такой турнир есть. Несмотря на все плохие года, хорошие года, он есть, он будет всегда проводиться нами, благодаря компании Betterfly, конечно же, да, и с нашей поддержкой. И мы очень рады, что всегда 400, 500, 600 человек каждый год играет в этом турнире. Это самый массовый турнир в России, и я очень этому рад. Детский. Хотелось бы от лица всех наших зрителей и от лица всех спортсменов, которые принимают участие и посещают, и не только это Москва и Московская область, это очень много регионов. Только что мы видели ребят, вот, которые здесь были, и из Архангельска, и из Перми. Много регионов здесь перечислять даже нет смысла. Хотелось бы от лица всех участников высказать огромное спасибо вам лично, компании Betterfly. И мы надеемся, что турнир будет как бы всегда существовать. Я тоже надеюсь, да. Спасибо, спасибо и вам. Спасибо за то, что вы освещаете его. Красиво, хорошо все. Спасибо и вам. Ну что ж, мы завершаем цикл наших видеоотчетов с 21-го открытого первенства МГСО на призы компании Betterfly. Это была программа «Матчпоинт». И всем до встречи, пока.